Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Madhava, Kunjabihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalapa Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalapa Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalapa Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalapa Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Нитай Гора Харибол, 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 Нитай Гора Харибол. Я Джаганат, 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 Голову Падра, Джаганат, Баладев Джаясу, Прабхупад, 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 Джай, Джай, Прабхупад. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Все вместе. Нараянам намаскритя, нарам чайва наротамам, девим сарасватим вьясам, тато джая мудираед, нашта праешва бхадрешу, нитям бхагавата севая, бхагаватютама шлоке, Бхактир Бхавати Наштики. Грантарашвад Бхагаватам Ки. Хари Кришна, дорогие преданные, доброе утро всем. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Песня 4, глава 21. Не 21, 22. Неправильная закладочка. Глава 22, стих номер 43. Правильно все, да? Нишпадитаща карсьена, нишпадитаща карсьена, бхавадбхир грихрина, крина, бхагавадбхир гриналбхих, бхагавадбхир гриналбхих. Садху чиштам химе сарвам, садху чиштам химе сарвам, атмана сахаким даде, атмана сахаким даде. Нишпадитаща карснена, бхагавадбхир гриналбхи, садху чиштам химе сарвам, атмана сахаким даде. Нишпадитаща карснена, бхагавадбхир гриналбхи, садху чиштам химе сарвам, атмана сахаким даде. Bye.
Отложи, пожалуйста. Видно вам, нет? Значение слов. Нишпадитаха. Ча. И это указание добросовестно, добросовестно выполнено. Карсинена. Полностью. Бхагавадбих. Представителями Верховной Личности Бога. Криналубихи, исполненными состраданием. Садху учхиштам, остатки трапезы святых личностей. Хи, несомненно. Ме, мое. Сарвам, все. Атмана, сердце и душа. Саха. Вместе. Ким. С чем. Даде. Отдам. Перевод и комментарий. Его божественный милости. Бхакти Рудравинда. Бхакти Веданта. С вами Шри Прабхупада. Шри Прабхупада Кинья. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты также сострадателен, как и Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить себе. Но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Комментарий. В этом стихе особенно важным является слово «садху чиштам». Притху Махараджа получил свое царство от Бхригу и других великих мудрецов, как остатки пищи с их стола. После смерти царя Вену мир оказался без хорошего правителя. На людей одно за другим обрушивались всевозможные бедствия, поэтому великие святые во главе с Бхригу создали тело нового царя Притху из тела его умершего отца, царя Вены. И поскольку Махараджа Притху получил свое царство по милости великих святых, он не хотел снова делить его между святыми, в данном случае через четырьмя кумарами. Из любви к сыну отец может отдать ему остатки своей трапезы, но сын не должен вновь предлагать отцу его же объедки. В таком же положении оказался и Махараджа Притху. Все, чем он владел, было объектом из чужого стола, и он не мог предложить это кумарам. Тем не менее, косвенно он предложил кумарам все, что у него было, и кумары распорядились его собственностью так, как сочли нужным. Более подробно об этом сказано в следующем стихе. Нишпадитащакарснена бхагавадбхиргриналубихи садхучиштам химе сарвам атмана сахаким даде. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты также сострадателен, как и Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Ом гана тимиранхасья гнанджана шалакая чакшуру миритам ена тасмай ши гураве намаха ши чайтанья мано бхиштам стхапитам ена бхутале свайам рупа када махьям дадати сва падантика ванчак атару бхишья крипа синдху бьявча патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара
Шива Сати Гоура Бхакта Врина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гам Калу Сива Чанам. Пагам Лагайте Гирим Якрипата Махамандир. Так удивительная серия стихов, которая описывает качество Притху Махараджи, истинного настоящего правителя, и качество тех людей, от которых он полностью зависит, качество браманов. И мы знаем то, что в Шримад Бхагаватам нету проходных стихов. Каждый стих уникален, каждый стих он имеет огромнейший смысл. И можно подумать, ну мы же хотим, вот куда мы хотим? Ну, во Вриндаван хотим, правда? Кришне хотим туда, где он проводит свои удивительные, прекрасные игры. Особенно сейчас вместе с Картиком, вместе с Дамодара. Мы совершаем Дамодара Врата, мы поем эти молитвы Дамодараштаки, мы медитируем. Намамишварам, Сачитананда, Рупам, Садкундалам, Гокуле Браджаманам. Кришне, который Гокуле Браджаманам, кто сияет в полной мере именно в Гокуле, во Вриндаване, кто проявляет там самые удивительные качества. И нам бы вот только об этом слушать, правда? И чего бы нам вообще вот надо вот это все вот? Притху Махарадж, кумары там какие-то, ну понятно, не какие-то, но кумары там, да, вот какая-то беседа между ними, что-то они говорят, садхучиш там все это, ну к чему это все, зачем, почему нам сразу не взяться за настоящее дело, за десятую песню, за Кришну, почему? Но Дашавасия решит Хартам, Наванам и Валакшинам. Бхагаватам говорится, что все в Шримад Бхагаватам, оно важно, оно все помогает нам постепенно-постепенно подойти к такому уровню, когда мы сможем понять по-настоящему игры Кришны во Вриндаване, понять его сердце, его сокровенное настроение. Кришну не так-то просто понять, потому что часто он гудхам-ване описывается, что он гудхам-ване, он в лесу, но он скрытый в лесу. Мы говорили на лекции на день ухода Шри Прабхупады, что Господь Брама, величайшая личность, великий мудрец, великий святой, не мог понять вообще Кришну. Он и так пытался, все свое могущество, которое только есть, все использовал и ничего не понял. Почему? Потому что Кришна, он такой. Он сам, все, что касается деяний Верховного Господа, это самое-самое сокровенное. Поэтому прежде чем подойти к десятой песне Шримад Бхагаватам, описывая какие-то сокровенные игры Кришны, можем послушать о том, как все, вот все ему служат, вот все ему, все ему отдают полностью. Они ему и это там, и фрукты, и овощи там, и массаж ему сделать, и там, и так, и поют, и прославляют его, и все ему. И мы когда слушаем такие вещи, у нас может подумать, в сердце что-то ёкнет, знаете, а почему ему? Почему не мне? Я же тоже не лыком шит, правда? Я же тоже там как бы, смотрите, ух, я и шлоки могу цитировать направо-налево, и играть умею красиво, и петь умею, и более того, почему не я? Ну вот, прежде чем, интересно, что в Джаганатхапуре, мы здесь находимся в храме Господа Джаганатхи, это необычное место, и было бы оскорблением не сказать ничего про Господа Джаганатху. Но в Джаганатхапуре, когда Шрила Рупа Госвами приехал туда, и он остановился в Сидхобакуле, в месте, где жил в то время уже Харидас Такур. И он как раз в это время писал пьесу. И Господь Чайтанья, когда он пришел, послушал, увидел несколько стихов с этой пьесы, он просто в экстаз вошел. Представьте себе, Господь Гауранга входит в экстаз, когда читает какое-то произведение. Насколько это надо было умудриться вообще полностью. Шри Чайтанья Манава пишет там, «Стхапитам яна бутали». Шрила Рупа Госвами сумел понять сердце самого Господа Гауранги. И что может быть выше этого? И Господь Чайтанья был в экстазе просто. Он решил поделиться этим сокровищем со своими вечными спутниками. Рамананда Рой, Сварупа Дамодара Госвами, это те личности, которые были его ближайшим окружением. Те, кто помогали ему войти в настроение Шримати Радхарани в Гамбире, они помогали. Сварупа Дамодара Госвами пел песни соответствующие, чтобы помочь Господу Гауранге войти в это настроение. Рамананда Рой цитировал соответствующие стихи Шримад Бхагаватам. То есть они помогали ему во всем этом. И он решил их проверить. Он начал при них прославлять Шрилу Рупу Госвами. И внимательно смотрел. Знаете, как вы прославляете человека? Прабу, вы такой просто, вы такой замечательный, вы так хорошо вообще. И просто прославляете и смотрите прямо пристально ему в глаза, как он на это отреагирует. Загордится или не загордится? Будет он завидовать или нет? И в Бхагавате, в Чайтанья Чаритамрите говорится, парикша Карила. Он устроил им испытание.
и когда он проставлял их, потому что если хотя бы капелька зависти есть в сердце, то человек, он будет чувствовать, а почему не меня? Да, он хороший что-то написал, но тоже, смотрите, как столько пьес написал, столько всего. Вот. И интересно, что у Рамананды Рои с Рупадом Даргасвами не было ни капельки вообще, никакого там плохого чувства. Они только радуются, они говорили: «Господь, это что-то невероятное, это так вообще, Рупа Госвами, это такая удивительная личность, пойдем послушаем его». И только в этом состоянии, только тогда Господь Читанию позволил им попасть туда, потому что там Рупа Госвами читал не просто что-то, там была чистая Кришна Катха, не просто Кришна Катха, Враджа Кришна Катха, Катха жителей Вриндавана, Лалита Мадава, Видага Мадава. Если кто-то знает, это самое-самое сокровенное. Это книга, которая пропитана буквально вот этим духом полной абсолютной преданности Господу. Кришне, он, когда Кришна, преданный ради Кришны, готов все отдать. Сарватрадвам шрахитам саттипидвам шикаране. Бхава бхавита юнох сапрема парикиртита. Према — это в Уджаланилам не приводится определение према. Это когда Кришна и его возлюбленные, они готовы на все. Даже когда есть веская причина, чтобы разорвать эти отношения, они никогда это не делают. Они все равно остаются верными Верховному Господу. И как такое нам, если мы не готовы к этому? Кришна, как он поступает иногда со своими преданными, мы слышали бы эти вещи и просто не выдержали бы, бросили бы этого Кришну. Зачем он такой надо, Господь? Но человек, который не понимает прему по-настоящему, путей премы, что она нелинейна, что единение и разлука — это два берега, две противоположности, что они помогают еще больше взорвать буквально нашу прему, которая в сердце есть. Вот это все Кришна, он такой, он нелинейный, он так поступает со своими преданными, что он доводит их буквально до безумия трансцендентного блаженства. Поэтому прежде чем слушать вот эти вещи, мы должны очистить свое сердце. И Шрила Прабхупада, он объясняет, что Бхагаватам, прежде чем подойти к 10-й песне Бхагаватам, нам необходимо пройти первые 9 песен. Они, как есть 10-й класс, есть 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 9-й класс. И пройдя первые 9 песен, мы подготовим свое сердце к тому, чтобы понять вообще, кто такой Кришна. И тогда, слушая о прославлении Верховного Господа, Бхагават Яшахада, когда кто-то прославляет его, мы будем радоваться: вау, Кришна, вот такой, такой, и мало, давай еще, прославь, еще. Да ни капельки зависти, такого чувства не будет в нашем сердце. Почему? Потому что наше сердце будет чисто. И вот эти все вот истории, они очень-очень важны. Они исключительно важны, потому что они показывают нам настроение Притху Махараджа. Это в шакте вешего дара Господа, это необычная личность. Он явился с помощью пахтания, то есть пахтания тела Махараджа Вену. И Бхагавата учит нас анвая витарикабхьям на позитивных, негативных примерах. Он учит нас тому, как надо поступать и как не надо поступать. Мы видим антипример Махараджа Вену, человек, который узурпировал власть, точнее не узурпировал, ему дали власть, брахманы, они позволили ему находиться в этом возвышенном положении царя. Царь — это Нарадевата, это необычная личность. И он злоупотребил своим могуществом, начал притеснять брахманов, святых людей, убивать, насиловать, страшные вещи творил. Полное беззаконие, полный беспредел, как говорится, грубо говоря. Но при этом брахманы, они терпели его, они давали ему раз за разом еще один шанс. Пожалуйста, они не убивали его сразу, они давали ему шанс исправиться. Но он ничего не понял. И там уже Брама-Шапа, проклятие брахманов. Они использовали мантры, которые никто не знал до этого. Как описывается, они использовали аятамана-мантры. Мы об этом еще поговорим. Мантры, которые до сих пор были неизвестны. Притху Махарадж, Вену Махарадж, он был необычным человеком. Знаете, как в свое время какие-то великие личности, как бы знаменитые диктаторы этого мира, такие как Гитлер, например, они тоже изучали веды, они пытались получить это знание. И подобно этому, потому что они пытались как-то обезопасить себя, подобно этому и Махараджа Вену, он-то знал священные писания, тоже изучал их. Он изучал все разделы Адхарва веды, там, Яджур веды и так далее, вот все Тханур веды особенно, да, воинского искусства. Он пытался защитить себя от брахманов. И он знал все веды, все мантры вед, которые были известны на то время. Но он не понимал то, что брахманы — это необычные личности. И что они сделали? Они в своей медитации призвали аятамана мантры, мантры, которые еще не были известны вообще в этой вселенной. Это мантры, которые не зашли из духовного мира. И с помощью этих мантр они в два счета просто уничтожили Махараджа Вену. Представляете? Вот так вот, то есть Мари Кришна Ракши Кея, Ракши Кришна Мари Кея. Если Кришна хочет кого-то убить, кто может его защитить? Если Кришна хочет кого-то защитить, кто может убить его? Вот эта вера должна быть у нас. И брахманы — это личности, которые полностью зависят от верховной личности Бога. И все вот эти истории, которые мы пишем, мы знаем о том, что мы верим в Кришну.
верим в то, что Кришна есть, есть Бог, есть Верховный Господь, который защищает всех нас, который заботится о нас, любит нас. Но вся эта вера, она основана... На чем она основана вообще? Почему мы вообще верим, что Кришна Бог? Чего бы то нам вот вообще вот сейчас вот нормальным русским людям переодеться в какие-то индийские одежды, сидеть здесь и слушать о том, как кто-то с умным видом что-то говорит там, да, вот, и втюхивает, как говорится. И верит в это все. И потом еще и ходить по улицам, и петь вообще, и танцевать там, и в балахонах, в колокольчике звонить там, и всем кричать на уши. Харе Кришна, Харе Кришна. С чего бы это вообще? Как-то мы до такой жизни докатились. Почему? С чего это все связано? На чем основана наша вера? И вот, вот эти стихи, вот здесь Махараджа Притх, он буквально вот, он вот это вот описывает, то, что все, что у меня есть, пришло только по вашей милости. И это очень сильное утверждение. Садху чиштам. Чиштам значит объедки, остатки трапезы. Садху, садху святых людей. И как это понять вообще? Это сильное утверждение. И Шипрупада, представьте себе, что вы где-то кому-то говорите, что все, что у вас есть, это остатки, это чужие объедки. Приходите к миллионеру, там, например, кому, кто там сейчас у нас самый крутой, да, вот. Ну, вот, приходите к нему и говорите, что, знаете, дядечка, вот у вас все, что у вас есть, это объедки. И можно представить себе его реакцию, как он это все воспримет. Понимаете? Очень сильное, смелое утверждение, правда? Так это сказать. И мы бы так вот как бы не сказали это, мы постеснялись бы это сказать. Но посмотрите, Шивапада, он прямо говорит это, он говорит, садху чиштам, все. Он как есть, так и переводит. Шивапада, он очень твердо верил в Веды, в Священное Писание, потому что Священное Писание, они описывают абсолютную истину такой, как она есть. И если посмотреть все наши способности понять вообще вот реальность такую, какая вот именно истинную реальность. Мы живем здесь, в этом мире, мы даже не замечаем, мы понимаем то, что этот мир очень сложный. Мы пытаемся как-то понять, изучить его, препарировать его, какие-то ну, открытия сделать, какие-то следствия этого, то есть какие-то теоремы, потом эксперименты ставим, пытаемся изучать его, потом это все знание использовать себе для того, чтобы быть счастливым, устроиться в этом материальном мире. Да. И мы это делаем по-разному. Как мы знаем то, что есть три метода познания абсолютной истины. Их много, но они разделяются на три категории. Это пратьякша, анумана и шабда, шабда-прамана. И если посмотреть сейчас, что происходит с учеными, то они... Вот у нас есть, например, вот чувственное восприятие. Да, это представьте себе, что у нас есть какой-то набор датчиков. Да? Есть датчики зрения, датчики осязания, датчики какие-то там. То есть вот, и вот с этих датчиков поступает информация в наше сознание. Потом мы это все анализируем и в соответствии с этим принимаем какие-то решения, как поступить. Да? И наше понимание, понимание реальности таким, как он есть, зависит от разрешения датчиков. Правда? То есть есть чувства, которые могут только какой-то определенный кусок реальности постичь или воспринять. Да? Например, наше зрение это от инфракрасного до ультрафиолетового. Все, что выходит за пределы этого, мы ничего не можем увидеть. Да? И то же самое. Слух и так далее, и так далее. То есть все вот эти чувственные восприятия, оно ограничено. И что дальше происходит? Когда мы пытаемся понять это, то ученые, что они делают? Они пытаются расширить это чувственное восприятие. Они пытаются каким-то образом с помощью микроскопов там, или каких-то научных инструментов, вот, они пытаются увидеть какие-то вещи, которые мы не можем понять с помощью нашего обычного чувственного восприятия. И это уже более полная картина. Но смотрите, если вы хотя бы... И потом на основе вот этой полной картины, вот, которую они получают, этой совокупности вот, информации с датчиков, да, мы начинаем приходить к каким-то выводам, мы это все анализируем, то есть вначале протягши, потом начинается анумана. Анумана значит анализ всего этого. Есть определенные методы анализа. В зависимости от того, какой метод анализа вы примените, вот, насколько у вас совершенный разум, способность логически размышлять, соответственно, вы придете к определенным выводам. И там уже зависит от того, какую предпосылку вы ставите. А если вы поставите одну предпосылку, то у вас получится один вывод, одна аксиома. Если у вас другая аксиома, у вас совсем другой вывод будет на основе тех же самых начальных данных. Это понятно, не очень сложно пока, нет? И смотрите, что получается. Если вы хотя бы одну информацию от одного датчика пропустите, то что к чему это приводит? Это приводит к тому, что у вас будет определенная картина, несовершенная. И может быть информация от этого датчика, она будет решающей. И вот как часто это происходит с научными открытиями, то люди, они приводят к какому-то открытию, и они
на основе этого строит какую-то там теорию поля, там квантовая теория поля, общая теория относительности, специальная теория относительности, такая, такая теория, там теория Дарвина и так далее, теория эволюции, там таблицы элементов Менделеева. То есть это все какие-то открытия, которые основаны на информации от датчиков, протягшей, от чувственного восприятия. И дальше что происходит? Появляется какая-то новая информация, которая до сих пор была неизвестна. И часто эта информация, она полностью перечеркивает всю теорию. К чему это приводит? Приводит к тому, что полностью совсем, совсем по-другому перестраивается новое открытие, новое понимание мира. И мы полностью верим вот этому всему. И полностью через каждое столетие практически вот это понимание вот окружающей реальности, оно меняется. Особенно сейчас очень много людей, которые занимаются квантовой физикой, они сейчас оперируют такими абстрактными концепциями, которые нам даже не снились. Там уже многомерное пространство, там вплоть до 16 измерений, там кто-то говорит про 64 измерения реальности, там все эти кварки, стринги, там суперстринговые теории, там бозоны, бозон Хиггса, там много-много-много всего есть. И все эти вот открытия, они основаны на датчиках, на информации, которую мы получаем от датчиков. И так притягшая нумана, она это восходящий метод познания. Ну, мы, когда доходим до какого-то предела, до какой-то информации, это максимум того, что мы можем постичь сейчас. Но как мы можем быть уверены, что эта информация, она абсолютно точная, верная и достоверная, что она отражает реальность такой, какая она есть? И так это все ученые. Помимо этого, Джива Госвами в Таттва Санарбхи, он приводит еще один вид восприятия. Восприятие с помощью тонкого ума. Подобно тому, как мы сейчас находимся, и мы видим с помощью наших чувств вот эту комнату, эту алтарную, там, вот этих преданных, этих людей. Но есть такое понятие, как ясновидение. Это какое-то мистическое видение. С помощью этого мистического видения люди, они способны расширить то, что они могут увидеть. То есть, например, вот мы сейчас находимся здесь, мы не можем даже увидеть, что, может быть, здесь есть какие-то совсем другие живые существа. Может быть, где-то тут Нарада Муни рядышком летает, там, или наоборот, кто-то такой не очень хороший, да, вот, или наоборот, какие-то вещи, можем видеть, посмотреть на человека, видеть его ауру, например, там, да, его там сияние, кто там какого цвета, там, или еще что-то. Вот это вот разные мистики, которые могут это делать. Это более тонкая информация. И опять-таки даже эта информация, она ограничена, потому что наша способность увидеть реальность, она зависит от... И часто вот это видение, оно приходит нам по благословению, благодаря могуществу каких-то высших живых существ, которые могут быть тоже разных категорий. Они могут быть божественные живые существа, полубоги, какие-то великие мудрецы, великие святые, или демонические живые существа. И Джива Госвами, он очень резонно, он говорит о том, что а как мы можем быть уверены, то, что мы увидели, потому что с помощью своего тонкого, внутреннего, сокровенного, мистического видения, что это абсолютная реальность. Это картинка, которую нам показали. Кто может быть уверен, что это истинная реальность? Это правда, что так оно и есть. И тем самым он подводит нас к выводу тому, что нам необходимо откровение, которое описывает реальность такой, как она есть. И вот часто вот это дилемма современных ученых, тех людей, которые, они с одной стороны ученые, а с другой стороны верующие люди. Смотрите, вы, например, верите в то, что вот описано в Священных Писаниях, как, например, устройство Вселенной, да, вот как... какие-то еще такие эзотерические вещи. Да. И мы, допустим, астрономы, мы изучаем это все с помощью астрономии. Есть звезды, есть какое-то понимание, которое есть в современной науке. И часто эта информация, она противоречит тому, что написано в Священных Писаниях. И как нам быть вообще? У меня очень удивительный был диалог с одним ученым, тоже мы с ним встречались, и мы обсуждали эту тему. Как быть? Он верит, он хочет верить в Бога, хочет верить в то, что есть Бог, есть высшая абсолютная истина. Но вера в Бога, она основана на Священных Писаниях. И Священное Писание, да, они описывают, что Бог есть. Но в том числе они описывают какие-то еще другие вещи, которые нам могут показаться просто какими-то архаизмами, какими-то мифами, просто какими-то непонятными вещами. Сказками просто. Да, Кришна Бог, Кришна Верховный Господь. Да, может быть, это хорошо, но может быть, это правда. Но как насчет того, что там Солнце, оно ближе, чем Луна, там, и так далее, и так далее. И мы эти вещи читаем, у нас просто все переворачивается, и мы не можем понять, а как это, как быть-то? Мы это нормальные, образованные, интеллигентные люди. Как мы можем в это все верить? И это была причина, по которой англичане, когда они приехали в Индию, они попытались всеми силами разрушить веру людей в веды, священное писание, ведическую культуру. Они просто насаждали это представление, что это все сказки просто. Надо учиться, надо работать. Работать надо. И ради чего работать? Чтобы наслаждаться. Человек на венец природы, он должен быть господином всего, он должен всем управлять, он должен постичь природу, выжить с нее все, что есть. Представляете?
Вот это то, что было вот в те времена. И люди не под... многие люди поддались этому. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, когда он увидел эту ситуацию, он просто за голову схватился. Он начал проповедовать именно интеллигентным людям. Он начал возрождать веру людей в веды, в священные писания. Он начал объяснять о том, почему веды могут быть правы, почему они могут быть истинны. Он объяснял все эти несовершенства того. И вот верующие ученые, вот как эту дилемму решить? Если мы видим, например, одни вещи, которые описаны в священных писаниях, и мы видим то, что современная наука, она показывает какие-то противоположные вещи. Как эту дилемму решить? Актуальна эта проблема? Как вы видите это? Могут быть такие сомнения у нас, правда? И как же быть-то? Я с этим ученым тоже общался, и он тоже так вот, знаете, в таком беспомощности. Ну как быть? Я хочу, особенно если это ученый человек, который работает на кафедре, у него есть какая-то работа, у него есть свои студенты и так далее, и так далее, и так далее. И он должен эти вещи говорить. И вот понимание это таково, что ученые, да, они с помощью восходящего процесса, они изучают реальность. Но как мы говорили, что новая информация датчиков и полностью совсем другая теория, совсем другие представления. И вот ученый человек, который так поступает, он должен верить в то, что да, может быть, сейчас это какая-то это картина мира, которая есть у нас на данный момент, благодаря тому, что мы все изучили. Это то, к чему пришла современная наука. Но это не высшее понимание. Он должен верить в то, что если наука в конце концов она придет к абсолютному пониманию, она поймет абсолютную истину такую, какая она есть, то это будет, соответственно, той самой картиной, которая описана в священных писаниях. Понимаете? То есть эта вера должна быть у нас. Да, может быть, сейчас это не совпадает, то, что написано в верах и наука. Но откуда мы знаем, что, может быть, через 10, 15, 20, 30, 50, 500 лет наука с помощью восходящего процесса, она придет к тому, что все-таки вот то, как описано это в священных писаниях, это правда. Итак, Шабда Прамана – это совершенное знание, которое не сходит на нас из духовного мира. Веды – это необычные книги, которые написали. Они относятся к категории апаурушея. Апаурушея значит полностью трансцендентный. И человек, который читает веды, у него должна быть эта вера в то, что это именно то описание абсолютной истины, как оно есть. Там нету каких бы то ни было изъянов. Это совершенное писание. И если мы видим какие-то вещи, которые противоречат внешне наставлениям вед, мы должны выбрать именно сторону вед. И это очень серьезный шаг. Это должна быть определенная вера. Особенно нам, вот, людям, которые были воспитаны в современной культуре, которые учились в школах, в университетах. Как это принять? Как это все воспринять? Но если мы это не примем, то наша вера в Священное Писание, она будет половинчатой. Одни вещи мы принимаем, другие нет. Это называется артха какатаньяя. То есть это... логика половины курицы, может быть, не точно санскрит произнес, логика половины курицы, какие-то вещи, которые нам нравятся, мы принимаем, какие-то вещи не принимаем. Но наша вера в веды должна быть абсолютной, мы должны полностью понимать, что все, что говорят Священное Писание, это правда, правда, и ничего, кроме правды. И далее Джива Госвами говорит, что да, это хорошо, Шабда Прамана – это совершенное знание, но даже этого мало. Он описывает, что есть еще одна, более высшая Прамана, чем Шабда. Вот сейчас я понимаю, что сейчас вот мозги, вот, может быть, сознание многих преданных, оно взрывается. Как это так? Что может быть выше, чем Шабда Прамана, Священное Писание? И он говорит, что «Страт хаюк танубхаво праманам туттамам там». Высшая прамана – это анубхава, это личный духовный опыт, это откровение, это реализация, которая находится в соответствии с наставлениями Священных Писаний. Мы не хотим просто слепо верить в веды, мы хотим проверить это все, не просто проверить, а правда это или неправда? Знаете, так оспаривая веды, сомневаясь в ведах. Мы принимаем то, что это знание. Скорее всего, это правда. Это абсолютно истина, такая, какая она есть. И мне нужно доказать в том, что это правда. Не просто доказать, а поставить эксперимент. И как-то так, представьте себе, мы ставим эксперимент на самих себе. И поэтому Священные Писания, они вдохновляют нас. Кришна говорит в Бхагавадгите, 4.10. Биттарага пхая кротхамам майамам пашитаха бахаво гьяна тапаса путах мат пхавама гатаха. Потому что можем подумать о том, ну хорошо, допустим, я вот становлюсь на этот путь сознания Кришны, это путь полного предания, путь зависимости от милости Господа, мне приходится многим жертвовать. И как так? А вдруг там это все неправда? Вдруг это сказка просто? Вдруг нас обманули? И как нам поверить это все? Как Шичинанда Махарадж, он даже рассказывал историю о том, как он его пригласили в один храм где-то там в Германии прочитать лекцию. И это надо было ехать там в 6 или 7, или может даже больше, 8 часов туда. И он сел в машину, поехал туда, он ехал, думал, что его там ждут, там все хорошо. Приезжает, оказывается, там ничего нет, все отменили.
И потом это мы садимся в машину, на поезд сознания Кришны, на лодку сознания Кришны, начинаем практиковать всего себя, отдавать духовной практике, а вдруг там ничего нет, вдруг там обманули нас, вдруг там просто это сказка оказалась, и мы лучшие годы жизни потратили на все это, чем мы занимались. Правда это или неправда, как вы думаете? Может быть такое, правда, такие сомнения? Поэтому Кришна и Священное Писание, они вдохновляют нас, они говорят, не бойтесь, все будет хорошо. Самопород хромой, то бхактират хокшаджи. Хотя вы не видите Кришну, пока еще не видите. Он от хокшаджи, он полностью трансцендентный. Мы не можем воспринять его нашими материальными чувствами. Одно из качеств Верховного Господа — это пратьякрупа. Пратьякрупа — то, что знание о нем приходит через откровение. Он должен открыть себя. Ям эваше врюнтете на лапьястасяйше атма виврюнтете нам с вам. Если только он откроет себя таким, как он есть, только тогда можем постичь его. Все остальные методы, они не работают. И даже просто Священное Писание, просто знание Священного Писания, теоретически этого мало. Нам нужна не гьяна, нам нужна вигьяна. Вигьяна значит реализованное знание. Полностью реальный вот опыт того, что как Господь Брама, когда он следовал наставлениям Господа Кришны, в конце концов он получил вигьяну, он видел духовный мир таким, как он есть, полностью эту трансцендентную реальность. И он не мог поверить, это правда это или неправда. Может быть, это ошибка какая-то, может быть, опять какое-то тонкое видение, которое там просто картиночка пришла там с какого-то тонкого плана. Он не мог поверить в это все, что это настоящее. Хотя он испытывал огромное-огромное счастье просто. Он вне себя был, он просто ее переполнял духовные эмоции. Он Кришну увидел, бесконечно прекрасного мальчика, как Гопа Веш описывается в Гопалатапани Упанишат. Не просто Господь Нараяна, а Кришна в облике мальчика-пастушка. Бесконечно прекрасный, красивый, его глаза лучились состраданием, милостью. Он улыбался ему. И он подумал, может, это сказка просто. И в этот момент Кришна, чтобы убедить его в том, что он настоящий, он пошел к нему. И представьте себе, вы стоите, и вам Кришна. Вот просто сейчас вот буквально вот представьте, Кришна к вам идет. Красиво идет, не просто идет, а так пританцовывая идет. И он подходит к Господу Браме, и чтобы убедить его в том, что я настоящий, что он с ним сделал, он пожал ему руку. И это было все. Все признаки экстаза, полностью счастья. Вот Мадхурья, Харер Мадхурья Анубхава. Мишенчик Ватагор описывает, что это высшая стадия нашего духовного пути, когда мы с Кришной соприкасаемся лицом к лицу и испытываем огромное счастье. Потому что Харер Мадхурья, сладость Господа, она переполняет наше сердце. Раса Вайсахам, Расамхивайам Лабдва, Ананди Бавати. В Упанишадах говорится, что Раса Вайсаха, он источник всех трансцендентных рас. И Расамхивайам Лабдва, Ананди Бавати, войдя в контакт с ним, Анандин, санскритское слово значит полное блаженство. Суффикс «ини» значит полный, заполненный блаженством. Мы буквально превратимся в человека, который соткан из блаженства, из счастья. Все, сачитананда, руба. Ананда майя пхисад. Мы полностью трансцендентные. Это счастье начнем переполнять нас. И Дарью это Терепанишан говорит, «Эша хива ананда идти». Только это, только вот такие отношения с Богом способны полностью удовлетворить нашу душу. Ничто другое. Весь этот прогресс материальной цивилизации, все это потребительство, когда нас заставляет буквально покупать какие-то вещи, когда нас побуждают идти в супермаркет, и там прямо вот эта реклама, когда там счастливая домохозяйка со своим счастливым мужем и куча счастливых детей, и огромная-огромная такая тележка, полная разных покупок, да, и они идут и просто лучатся от радости. И мы понимаем то, что мы покупаем все эти материальные вещи, но это джада, это мертвая материя, она не способна полностью удовлетворить нашу душу. Все приедается, все надоедает, нужно новую покупать. Был у нас iPhone 6, надо новый, 7 купить, чтобы все было хорошо. Новый, да, более быстрый процессор, больше памяти, больше там сканеры какие-то там, еще что-то там, разные функции там, лучше снимает, немножко лучше фотографии вообще. И мы на это все, мы покупаем эти вещи. Но мы забываем о том, что счастья в этом нет. Истинное счастье внутри у нас. Как приводится пример мускусного оленя. Мускусный олень, когда у него начинается брачный сезон, у него... есть такая железа, из этой железы начинает исходить уникальный аромат. И он ищет где этот аромат, откуда он, где он? Он повсюду бегает, принюхивается, может быть отсюда, может оттуда. Он не понимает, что из него самого это все исходит. Подобно этому счастье, оно в нашем сердце, в отношениях с Кришной. Но мы ищем этого счастья в каких-то внешних вещах. И мы эту жизнь гробим вообще, полностью. Просто безумная цивилизация. К чему люди пришли? И поэтому Священное Писание, они учат нас тому, что не там это все. Мы можем жить гармонично в обществе, мы можем найти, ну, как Прабхупада приводил пример, не значит то, что мы все это отвергаем полностью. Он говорит, что нет,
Есть много нулей. 1 0, 2 0, 3 0, много-много-много нулей. И в конечном счете это будет только 0. Но если вы добавите единичку, то это станет, все примет ценность. Все, и телефоны, и машины, и вся эта цивилизация, и социальное общение, и родители, все наполнится смыслом, если мы добавим к этому всему один единичку Верховного Господа. И это именно вот главная цель, главное послание Священного Писания. И далее возникает вопрос. А как так, если веды — это Священное Писание, которое дает нам это полное знание об абсолютной истине? Абсолютная истина — это не просто что-то, она противоречива, и часто люди, когда они вот, именно люди интеллектуального склада, они начинают читать книги Шри Прабхупады и находят, в одном месте говорится одно, а в другом другое. Я помню, у меня один мой родственник, он тоже, я ему дал почитать Бхагавад-гиту, он реально просто, вы знаете, это был тоже там инженер, это не просто инженер, а хороший очень такой логик, короче. Он с помощью логики препарировал буквально Бхагавад-гиту. Мне принес там несколько страниц противоречий, понимаете? И реально, да, противоречия. В одном месте одно говорится, в другом другое. И как это понять, как это все уместить? Но оказывается, что Священное Писание, они описывают абсолютную истину такой, как она есть. Потому что одно из качеств абсолютной истины – это вамани-хи. Вамани-хи значит то, что она лидер всех противоречий. Полностью противоречивые, непримиримые крайности, противоположности, они примиряются, они объединяются в абсолютной истине. Она и такая, и такая, и такая. Она включена в себя полностью, все. И поэтому понять ее, как можно понять, если у нас будет одно понимание абсолютной истины, вот, например, то, что она черная, да, и белая — это уже противоположность, значит, это уже не абсолютная истина. И у нас будут полярные мнения. Но абсолютная истина, она одновременно и черная, и белая. И в Священных Писаниях есть много разных утверждений. Бхедаваки, Абхедаваки, о том, что она едина с этим миром, она отлична от этого мира. И как это примирить все? И вот Священные Писания, они писают ее такой, как она есть, во всем ее разнообразии. И поэтому даже через Священное Писание очень трудно это понять. И как же нам быть-то? И смотрите, Священные Писания, они не просто описывают абсолютную истину. Более того, та реальность, которая есть у нас, весь этот материальный мир, он творится с помощью Священных Писаний. Они буквально создают этот материальный мир. Браманы, такие как, например, Господь Брама, вот он создавая этот мир, он цитирует стихи Священных Писаний. И не веды были порождены, как описание реальности, такое, как она есть, как, например, мы видим какой-то предмет, описываем его, получается какой-то, какая-то книга, правда, да? Вот и так мы обычно представляем то, что веды появились. Наоборот, то, что была какая-то реальность, и веды начали описывать реальность. Такое, такое, такое. Это то, чем сейчас занимаются современные ученые, какие-то диссертации и так далее. Это восходящий процесс описания. Описание абсолютной истины. Оказывается, совсем по-другому. Полная противоположность. Именно этот мир был создан из звуков вед. Господь Брахма, он просто цитировал какие-то стихи из Священных Писаний. И эти стихи из Священных Писаний, они создавали эту материальную реальность. И смотрите, это как раз-таки то, о чем здесь говорит Господь Притху Махарадж, обращаясь к четырем кумарам. Он говорит, что такие мудрецы, как вы, все, что у меня есть, это создано вами. Почему? Потому что браманы, описывается, они являются лицом Верховного Господа, его устами. И почему его устами? Потому что Господь, когда он говорит, веды, как мы говорили, это не произведение материального мира. Веды, они полностью трансцендентны. И они являются, как в Упанишадах описывается, Брахадараньяка Упанишад, «Ато варе махато бхутасья, нишвасятам ато рикведа, яджирведа тарвангира саха, прана тихаса сарвани, нишвасятани». Там длиннющий стих, я только половину его произнес, то есть там говорится, что рикведа, яджирведа, самоведа, тхарваведа — это все эманации дыхания Верховного Господа. Он дышит ведами. И Господь дышит ртом обычно, да? То есть он не просто дышит. Когда он выдыхает, появляются звуки рикведы. Когда он вдыхает, появляются звуки там яджурведы, да, и так далее. То есть это все, вот, когда он зевает, звуки самоведы. Это все разные эманации дыхания Верховного Господа. И поэтому веды, они полностью трансцендентны. Они не сходят сюда, в этот материальный мир. Они проявляются как аватар. Проявляются здесь как аватара. Они
когда Господь Брама, он цитирует звуки Священного Писания, то он проявляется. И Брама написывается, что они, вот этот мир, он представлен как вселенская форма. Вселенская форма, где каждая часть тела, они представляют какие-то части, какие-то ашамы, варны и ашамы. И, например, браманы — это рот Верховного Господа, это лицо Верховного Господа. Почему? Потому что они передают нам знания Священного Писания. Они говорят нам веды. И не просто они говорят нам веды. Когда мы знаем то, что они с помощью звуков ведических писаний, Господь Брама и другие праджапати, такие как великие мудрецы Бригу Муни и так далее, все остальные, кто был на заре творения, они создавали материальный мир, создавали все элементы этого материального мира. То есть весь материальный мир, он пришел к нам по милости браманов. И более того, как мы говорили, что веды, священное писание — это полностью трансцендентное знание, и как нам постичь его, как мы ограничены, можем постичь трансцендентную реальность, которая полностью, которая не имеет никакого отношения к этому миру. Веды — это аватара, это то, что не сходит сюда, в этот материальный мир. Это не просто как какие-то материальные звуки. Это не просто какие-то материальные звуки, это аватара, которая не сходит. Мы не просто читаем священное писание, санскрит. Чтобы по-настоящему эта трансцендентная потенция проявилась, необходимо, чтобы веды не зашли. Подобно тому, как святое имя — это аватара Верховного Господа. Подобно тому, как божества — это арч-аватара. Когда Господь приходит в облике божеств, и это не просто какие-то статуи, это сам Господь. Господь Кришна, Баларама, его сестра Субхадра. Полностью трансцендентный Господь, который не отличен. Его тело и душа, они не отличны. Почему? Потому что это аватара происходит. Подобно этому и священное писание — это тоже аватара, которая проявляется здесь, в этом материальном мире. Она полностью трансцендентна. И если соприкоснуться с этой аватарой, можно только по милости браманов. Браманы, они дают нам эту силу, они передают нам знания Священного Писания, они вкладывают это знание в нас. И смотрите, здесь вот в этом стихе Притху Марашин говорит: «Я полностью завишу от вас, потому что все, что у меня есть, все, чем я управляю, царство мое, это было создано браманами, такими как Бригу, Махара, Бригу, Господь Брама, Бригу и так далее. Они на заре творения сотворили этот материальный мир. Тело мое, то же самое. Вы его сделали, когда вы пахтали тело убитого вами же Махараджа Вену. Они тоже использовали мантхана, мантхана шакти, это особая энергия, с помощью которой из мертвого человека можно сделать живого человека. Вы меня создали полностью благодаря этому». И далее описывается, что вы же дали мне трансцендентное наставление. Сейчас четверо кумаров, они дали ему трансцендентное знание. Он бесконечно благодарен им за то, что они помогли ему, как ему правильно управлять своими подданными. Господь Кришна, когда он явился на жертвенное арене Махараджи Притху, он дал ему свой даршан. Притху Махарадж лично с ним общался. Он был вне себя от счастья. И затем, что произошло? Кришна говорит ему: «Это хорошо, но я для тебя принес припас, приготовил еще больше подарочек. Ты сможешь пообщаться с моими чистыми преданными». Это даже выше, чем общение с Господом, представляете? И здесь интересно, что Притху Махарадж встречается с кумарами, и тут оказывается, что то, что Кришна сказал, это была правда. Он вне себя от счастья, он просто благодарит их, он пытается им все отдать. И здесь он говорит: «Я хочу все отдать». И вдруг он начинает понимать, осознавать: «А что у меня есть? Тело мое по вашей милости. Царство мое по вашей милости. Это все и так ваше. И как я могу все это вам отдать?» И вот это вот важный урок, то, что мы зависим от всех святых. Люди, которые живут в этом мире, они считают себя полностью независимыми, они пытаются управлять этим миром. Но забываем о том, что мир — это живой организм, что мы есть определенная гармония в этом материальном мире. И то, что мы зависим, мы в огромном долгу перед столь многими живыми существами, перед великими, перед браманами, такими как Бригу Муни, перед Риши Деварши, Будат Манринам, Притринам, Накинкарам, Наям, Риничарам, перед Питами, перед предками, перед всеми остальными живыми существами. Настолько много долгов, и мы должны как-то отплатить, мы должны быть благодарны им за то, что у нас есть. Перед священными, перед мудрецами, которые дали нам веды, перед полубогами, которые заботятся, которые позволяют нам как-то жить в этом мире. И полубоги управляют нашим телом полностью. Если бы они не дали нам санкцию поднять руку, мы не могли бы руку поднять. Мы считаем это само собой разумеющимся. Не просто это так все. Мы зависим полностью. Поэтому в Священном Писании приписывается панча махаяги. Это 5 яги, которые нужно совершать каждому человеку, чтобы избавиться, как отдать все эти долги, благодарить все эти живые существа, от которых мы зависим. Мы зависим от своих родственников, зависим от своих предков, которые находятся на Питрилоке. Они молятся за нас, чтобы у нас все было хорошо. Наши умершие родители там и так далее. Они молятся за нас, поэтому мы должны как-то им попытаться отплатить это все. Это панча махаяги. И возникает вопрос: а как же быть нам? Мы-то этого ничего не делаем, правда?
Мы-то Тарпуну не предлагаем предкам, мы не предлагаем яги не совершаем. И вот в священных писаниях описывается то, что величайшая яги, которая только есть у нас в наше время, это санкиртана яги, это повторение святого имени. Да. Калер душа нитхера джана стикхи хо махат гунан киртанаты ва кришнастя мукта сангам парам ранджея. В Кали-югу все очень плохо. Люди, они полностью деградировали. Но есть единственное, от океана недостатков, но есть одно единственное хорошее качество. Просто повторяя святое имя Господа. Мукта сангам, мы освободимся от всех наших проблем и парам враджет. Более того, мы обретем чистую любовь к Богу. И вот это знание, знание о величие, могущество святого имени. Опять-таки, откуда мы все это взяли? Мы начали с этого, взяли это из Священного Писания. И знание Священного Писания, оно поддерживается по милости браманов. Но и в этом даже проблема. Как нам браманов найти? Еще одна проблема. Как нам найти браманов в Кали-югу? В Варахапуране говорится, что не помню точно санскрит, что там говорится, что ракшасы, они в Кали-югу рождаются в браманических семьях. Поэтому даже браманическая культура, она полностью разрушена. И как нам быть-то? И Шри Прабхупада в комментарии к одному из стихов, это 21 глава, если не ошибаюсь, 40 стих, он говорит о том, что настоящие браманы в наше время, это наши духовные учителя, это ачарьи, это те преданные, которые полностью всего себя отдали Верховному Господу. Брама джанати эти брамана, это те люди, которые знают абсолютную истину, которые развили отношения с Кришной, которые получили вигьяну, которым пришла эта аватара и реализация в сердце, которые испытывают харер матхури анубхава, счастье в отношении с Господом. Они полностью, благодаря милости Кришны, у них открылось все знание в сердце. И они абсолютно верят в Священное Писание. Вот такие духовные учителя, такие ачарьи, это те, кто вселяет в нас веру в Священное Писание, в эту духовную практику. По их милости мы можем духовно прогрессировать. И вот честно, просто я не могу не сказать несколько слов о Шри Прабхупаде, как мы говорили о том, что мы недавно отмечали уход Шри Прабхупады. И он является ярким очень примером того, как у него была абсолютная просто вера в Священное Писание. Хотя он не был каким-то неграмотным человеком, он знал все какие-то открытия науки современные. Он понимал то, что говорит наука, она противоречит наставлениям Вед. Но он имел твердую веру, то, что Веды, они описывают абсолютную истину такой, как она есть. И поэтому он сумел вселить ту же самую веру во всех нас. И вот как здесь говорится то, что Притва Махараша говорит, что я полностью завишу от вас. Все, что у меня есть, это по вашей милости. Как я могу платить вам за это все? Подобно этому, все, что у нас есть сейчас, это по милости Шри Прабхупады и наших духовных учителей. Если две пара бхактира тхадаве, то тхагурав, то стерте, катидахир тхах, пракашанте махатманаха. Если у нас есть твердая вера в нашего Верховного Господа, как он написан в Священных Писаниях, и в Духовного Учителя, то стерте, катидахир тхах, пракашанте махатманаха, таким великим душам откроется все самое-самое сокровенное знание Священное Писание. Это будет не просто гьяна, а вигьяна. И тогда, когда мы вот это поймем, то, что Бог Он есть Кришна, именно такой, как Он написан в Священных Писаниях, это не будет просто какой-то миф, это будет настоящая реализация. Мы, подобно тому, как Господь Брама, Он к Кришне соприкоснулся, Кришна руку ему пожал, Кришна нам тоже руку может пожать. И потом, когда у нас вот это произойдет в нашем сердце, мы будем просто вне себя вообще, просто петь, кричать, люди вообще, что вы делаете, Кришна Бог. Нас просто будет бурлить в нашем сердце, переполнять это понимание срочности, важности, необходимости сознания Кришны. Это то, что было у Шри Прабхупады. И наш долг перед Шри Прабхупадой это сейчас попытаться вот так же понять это, осознать это, чтобы это было не просто гьяна, а вигьяна. Понять то, что мы полностью зависим от Него, от Его милости. У нас есть огромный долг. И в следующих стихах Притху Махараш будет говорить про этот долг. Он говорит, что как я могу платить вам это? Человек, который пытается платить этот долг перед духовным учителем, становится посмешищем просто. Единственное, что можно попытаться сделать, это просто другим проповедовать, делиться с другими, вселять веру в людей в Веды, помогать им понять высшую цель жизни. И тогда по их милости, тогда по милости Верховного Господа, духовных учителей, гуру, парампары, мы сможем стать инструментами в руках, и мы сможем быть деятельными, эффективными в этом всем. И тогда люди, они соприкоснутся с Кришной, и они поймут, как мы говорили, расовая саха, он источник всех трансцендентных рас. Каждый из нас может развить уникальнейшие отношения с Верховным Господом. Расамхивьям лапва ананди бхавати. Эти отношения, они приносят огромное-огромное счастье. И эшахива анандайти. Только это можно по-настоящему сделать нас счастливыми. Итак, это только один урок вот из этого маленького, очень короткого, такого вот, казалось бы, проходного стиха Шримад Бхагаватам. Садху чиштам. Мы полностью зависим от милости великих святых. Вся наша вера, она основана на этом, на священных писаниях,
которые пришли к нам по милости святых людей. Если бы Прабхупада не дал нам это знание, что бы с нами было? Поэтому давайте мы постараемся отдать этот долг Шри Прабхупаде с верой, изучая Священное Писание, проповедуя это другим, применяя это знание в своей личной практике. И тогда наша жизнь обязательно увенчается успехом. Хари Кришна, я очень прошу прощения, я задержал лекцию на 7 минут, но я прошу прощения. Вот если какие-то вопросы есть, подходите лично, пожалуйста. Хорошо? Но уже время закончилось, да. Грантаран Шриман Бхагаватам ки, Шри Прабхупада ки, Савета Бхакта Вринда ки, Шри Джаганнатха Баладева Субхадрамай ки, Шри Гоура Нидай ки, Гоура Премананди.